Дарова Геркил. Ахи буалогу в дянгаун эвады туренма. Ахи тема эвады культура инин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать эвенкийский язык. Тема урока – материальная культура эвенков. А я долсят каллу, дуку каллу, омакталла, туренва. Слушайте внимательно и записывайте новые слова. Оронни алагил. Оронни алагил. Оленья упряжь. Алагивчал. Алагивчал. Упряжка. Уси. Уси. Уздечка без удил и с одним поворотом. Эмэгэн. Эмэгэн. Вьючное седло. Сапуян. Сапуян. Упряжь передового оленя. Локочо. Локочо. Седло. Деревянная основа седла. Куллук. Куллук. Деревянный ошейник оленя, на который вешают планку. Ченгэй. Ченгэй. Чонгой. Чонгой. Палка, которую привязывают на шею оленя, чтобы он не убежал. Тэнины. Тэнины. Тэганки. Тэганки. Коврик, подстилка на седло. Нери. Нери. Металлический крюк для женского посоха, употребляемого при езде на оленях. Кэнки. Кэнки. Бубенчик. Кэнгиллэн. Кэнгиллэн. Колокольчик. Курей. Курей. Хорей. Хорей. Длинный шест, употребляемый для управления упряжкой оленей. Маут. Маут. Мавут. Мавут. Аркан. Веревка из оленей кожи. Орор и елин. Орор и елин. Оленьи рога. Оломокит. Оломокит. Рыбалка. Оломовун. Оломовун. Снасть рыболовная. Адыл. Адыл. Сеть плетенная. Каман. Каман. Крючок рыболовный. Хинда. Хинда. Деревянная удочка. Кавилде. Кавилде. Кэтэгэс. Кэтэгэс. Поплавок. Кэнгэр. Кэнгэр. Уки. Уки. Ловушка на рыбу. Оллорук. Оллорук. Посуда для хранения рыбы. Оломолон. Оломолон. Любитель рыболов. Кэле. Это рэп алагубдями. Авгарат бидекэллу. На этом мы закончим наше занятие. Будьте здоровы!